Здравствуйте. Тихие зори, Open Village. Готовимся к началу выставки. Мострой 31 нарезал нам, видите, буквы из пенополистирола ППС-16F. И мы их обрабатываем клеем с сеткой. Клей Baumit Pro Contact и фасадная стеклотканевая сетка с маркировкой Baumit. Производит ее компания Bautex. Крепикс 2000, 165 грамм на метр квадратный, ячейка 5 на 5. Вот у тебя сеточка. Нанесли клей, втопили и дальше делаются надрезы на сетке для того, чтобы выполнить конверты, для того, чтобы полностью все забазировать, все затянуть. Опять жара приходит в Москву. Или тебе жара ни по чем? Да. Ты привыкший? Да. Обработаем буквы клеем сеткой и нанесем на них декоративную штукатурку. Вытащи этот. Опа. Значит, буквы у нас вырезаны из фасадного пенополистирола ППС-16F, обработаны базовым армирующим слоем из клея Baumit Pro Contact и фасадной стеклотканевой сетки Bautex Крепикс, фасад 165 грамм, ячейка 5 на 5. Декоративная штукатурка Baumit 1,5 мм. Подставка нужна, чтобы буквы на что-то ставить. Клади букву и просто следующую на нее поднимай. Хорошо? А первая к этому времени подсохнет как раз. Делай как подставку из одной буквы. Это еще рано. Ту бери некрашеную. Буквы из фасадного пенополистирола ППС-16F обработаны базовым армирующим слоем. Клей
Баумит Про Контакт, фасадная стеклотканевая сетка Баутекс и декоративная штукатурка Баумит. 1,5 миллиметра, камешковая. Видите, наносим на пыление. Ребята чуть-чуть помучились. Вечером нужно все промыть, пистолет, понятно, да? Гранапор топ. Компрессор. И вот пистолет.